В Дагестане введен запрет на проезд в общественном транспорте без защитных масок. Сегодня в Риу главы республики Сергей Меликов внес дополнительный пункт в указе об антиковидных мерах. Водителям не разрешается пускать в салон пассажиров без средств индивидуальной защиты. Указ вступает в силу с 25 июня. Необходимость принятия такого решения продиктована ухудшающейся эпидемиологической обстановкой.